Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Viper. И это видео по открыванию 5 легендарных призов Star. Если вы не знали, то в Brawl Stars идет такая акция Типа, есть цель, и когда ты цель эту, короче, выполнишь, то вам даются, типа, 5 легендарных стардропов. Вот. Я не очень сильно разбираюсь. Типа, надо было постоянно лайки там в игре ставить, типа, вот. И за это нам дают, типа, 5 легендарных стардропов. Вот. Они вышли сегодня, 20 июня. И сейчас мы их, ребята, будем с вами открывать. Вы сначала поставьте лайк, подписывайтесь на канал. И пишите в комментариях, что вам выпало с этих 5 лег. Вот. Ну что, ребята, будем начинать. Первый легендарный стардроп пошел. Фу, ребята, я волнуюсь, капец. Блин, если мне сейчас боец хотя бы один выпадет, то это будет очень хорошо. Все, раз, два, три. Да, блин. Звездная сила, окей, хорошо. Второй легендарный пристар. Раз, два, три. Поставлю экшен, и нам выпадет легендарный код. А не, он у меня есть. Короче, похер, открываем. Да ну! Есть, первый скинчик сюда. Первый скинчик. Домой. Хорош на Эдгара. Я как раз его апаю. Ок, окей. Фу, блин, давайте. Третий легендарный стардроп. Раз, два, три. Let's go. Блин, какие звездные силы, ну боже. Хорошо, четвертый. Let's go. Блядь, это кольц. Да ну боже, что, сегодня вообще нам ничего не выпадет? Вы серьезно? Ребята, пятый легендарный стардроп. Поставьте лайк, и нам что-то выпадет. Все, давайте. Да ну это полная жопа, короче. Ладно. Нам ни хера не выпало, но... Ни хера не выпало, но нам выпал скинчик на Эдгара. Вот этого вот. Оп, и надеваем. Вот такое вот у нас сегодня открытие получилось. Вы, ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментарии, что вам выпало с 5 легендарных стардропов. Всем пока-пока. Вы были на канале Viper.